Телеканал «Репортер» – это наш давний партнер. Мы очень уважаем то, что делает телеканал. Прежде всего потому, что этот телеканал понимает, что наш регион – промышленный регион. Что очень важно показать, каким образом мы не только живем, а и работаем в нашем регионе. Мы очень ценим телеканал за то, что он проводит научно-популярные передачи. И сами в такого рода передачах с удовольствием участвуем. Потому что сейчас, когда мы все выполняем очень важные задачи научно-технологического развития, нам важно этим заниматься. Мы знаем, что телеканал внес серьезный вклад и в пропаганду информационных технологий, и в пропаганду самых разных направлений инженерной деятельности. Здесь мы всегда с удовольствием сотрудничаем. Я, конечно, желаю успехов в следующий период развития. Можно сказать, что преодоленный подростковый возраст, и впереди еще очень много интересных задач. Уверена, что у телеканала все самое лучшее впереди. Будут замечательные передачи, будут замечательные программы, которые мы с удовольствием будем смотреть и ценить. Что можно пожелать творческим людям? Конечно, огромных творческих успехов.